Четверг в Самарской области малооблачно, без осадков, 22-24 тепла днем, ночью 14-16 выше 0. Ветер северо-западной скорости 2-4 метра в секунду. В Сызрани малооблачно, днем плюс 24, ночью 17 тепла, западный ветер, скорость 3 метра в секунду. В Тольятти небольшая облачность, днем плюс 23, ночью плюс 16, северо-западный 3 метра в секунду. В Самаре солнечно, плюс 23 в дневное время, ночью плюс 15, северо-западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 42%, температура воды в реке Волга 16,5, геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.